Ну погнали. Thrash way of life. Спасибо. Мы группа «Реабилитатор» из Запорожья. И это с нами играл гитарист, наш друг из группы «Карабинер». Спасибо ему, что заловил с нами этот трек. Следующая песня называется «Спаси, Боженька! Боже, спаси!» А то происходит, я ебушу.
Спасибо, чуваки! Заебись, заебись, пати! Спасибо за приглашение. Мы первый раз играем на заебись пати. У вас тут охуенно, и вы вообще просто заебись охуенные ребята. Короче, следующая песня про всяких долбоебов, которые пытаются сбить вас с пути. Но надо ложить хуй на них всех. Потому что это жизнь ваша, и вам решать, что в ней должно происходить. They try! Сам Бог. Я слышу голос. Вы слышали голос? Который говорит, еще пару вопросов, и ты меня заебешь. Спасибо Богу нашего мероприятия.
за то, что нарулил нам охуенный звук. Спасибо клубу и организатору, который купил нам водички. Так, погнали, все готовы брать. Короче, текст простой. Trash, destroy. А ну, Андрей, сыграй риф. Еще пара вопросов по звуку, и мы, блядь, тут вообще раздадим.
Что пердел? Кто пердел? Ну давай, давай. Спроси меня еще что-нибудь. Какой твой любимый? Еще что-нибудь спроси. Так, да, ну ладно, времени нет. Стоп! Песня. Про то, что пора остановить эту хуйню. Ты хочешь остановить эту хуйню? Я один этот голос слышу? Ну, перестань играть тогда. Блядь, Бог меня осуждает за то, что я делаю. Я не попаду в рай. Не, дружище, Бог тебя ебет в жопу очень сильно. Блядь. А я думаю, откуда у меня геморрой? Короче. Ты поднимай свою булки, блядь, и давай Чувак играть. Чувак нам мешает играть. Поднимайся, блядь, давай песни пой. Кто хочет, чтобы мы продолжили играть? А, это ж ты! И все, там типа никому не интересно. Аня, слышно? А, на кто отходит? Ну тут дядя, в общем, говорит, что мы съебывались, я не знаю. Ты как думаешь? Раз. А, на микрофон. Ты как думаешь, нам съебаться и все? В принципе, я угорел. Группы сегодня заебись. Ебать, первые чуваки, вообще такая грань духа, мне очень понравилось. Я люблю кок-н-болл торчер. Ебать, охуенные ребята. Цицка тоже прокачали. Такой именно в начале звук. Олдскульный дэнс метал. Не, напомню, наверное, как будто первый альбом Аутокси включил. Ну такой. Охуенно, меня прям прокачало. Некробалистик вомиторим, некроканибалистик попрошу. Вомиторим тоже, ребята, наши земляки ебашат уже хуй знает сколько, блядь. Вас еще на свете не было. Вот, ну в принципе мы уже отыграли, как бы дядя говорит, нам идти нахуй. О, я как раз отдохнул, ебать. Не-не-не, подожди, дядя говорит, играйте еще. Не, дядя мешает нам играть, я общаюсь с публикой, а голос моей головы. Вы тоже слышите? Или это у меня проблемы с головой? Играй еще. Просто пиздец, я не буду. Играй еще. Я просто начал. Я первый раз написал Save Me God песню, ну, где слово Бог. И мне кажется, просто Бог на меня разозлился. Ебать. И теперь эти голоса, я их не могу контролировать. Так, я типа играю, они говорят, еще раз будешь пиздеть про меня, про Бога. Я тебя тут отключу все нахуй. Мне страшно, ребята. За барабаны. У меня дома кошечка и котик маленький появился. Сторис, кто моими смотрит? За барабаны. Вот. Сядь за барабаны, сядь и сыграй еще. И вот, и Бог мне говорит, типа, если будешь играть в хуйню, я тебя отключу. Но я не хочу ебать, но мне кошечку покормить надо. Там ты, дружище, сядь за барабаны и сыграй еще одну песню. В общем, он вроде простил меня за мои грехи. Сядь за барабаны, сыграй одну песню! Да, так это тут что-то отходит, к сожалению. Я надеюсь... спасибо, ребята. Подписывайтесь на нашу всякую хуйню, там, Инстаграм, блядь. ТикТоки, нахуй. Фейсбуки, блядь, хуйбуки. Фотос, блядь. iPhone Drive, iCloud Drive, блядь. Реабилитатор, нахуй. googlephotos.com. Все, подписывайтесь везде. А мы через годик забьем и не будем нихуя туда постить. Ладно, одну песню мы выкинем, она нам и не нравится. Сейчас, меня слышно? Нет? Меня слышно? Меня кто-нибудь слышит? Да, слышно? Да нормально тебя слышно. В общем, не сыпком по. Нормально поболтали. Одну песню мы нахуй выкинем. Мы ее не хотели играть, если честно. На следующий раз будет self-extension of mankind. О, Чернобыль, ебать, по заявкам Вани Калитенко. Погнали, Леха. Чернобыль. Thank you.
ударит дичайшего трешечка дух и креатор раннего. На Япре, если не закроют нас всех по домам. Карабинер Лео! Сыграем мы одну песенку. Она называется «Revolution». Сейчас мы сыграем песню Wall of Death. Кто знает, что такое Wall of Death?
Да, здравствуйте. Давайте кто-то влево, кто-то вправо. Когда я захочу, устрою такой бешеный взрыв. Уберите, пожалуйста, у гитариста мониторе немного вокал, если можно. Спасибо. И теперь, когда я захочу, делаем голову в дэнс. Погнали, ребята! Андеграунд, панк-рок, наше все.